Активисты Коткина всерьез занялись пейнтболом. К делу подошли ответственно. Закупили инвентарь, экипировку, оборудование и полигон. Провели свой первый официальный чемпионат среди четырех команд под названиями «Звезда», «Луч», «Зеленый» и «Гвоздь». На импровизированном полигоне за право называться лучшими поборолись 16 человек. По итогам соревнований первое место заняла команда «Звезда», второе – «Зеленый», третье – стала команда «Луч». Все ребята были награждены сертификатами участника чемпионата и медалями. Команда-победитель получила переходящий кубок, ведь в планах у организаторов сделать такие чемпионаты ежегодными. О пейнтбольном будущем села в телефонном интервью из Коткина нам рассказал инструктор по спорту клуба «Луч» Александр Романов. У нас есть конкурсная программа, каждый год в популярном режиме участвуем в конкурсе. Я писал предложение, что на базе Коткина организовать первенство округа по пейнтболу или первенство популярного района по пейнтболу. Удовольствие дорогое, стоит это, но оно этого стоит, это удовольствие. Опять оно очень интересно ребятам, они очень заряжают свои энергии, так скажем. Вот, а сейчас что можно сказать? Будем собирать документы, оформлять свой клуб пейнтбольный. Есть, у нас есть спортивный комплекс, база будет. У нас есть какая-то база, которую можем мы выдать. У нас компрессор, 10 автоматов там, но мы будем пополнять ее постоянно, потихонечку.